Всем привет! Сегодня мы приготовим натуральное эффективное средство от вредителей, а также это будет хорошая внекорневая подкормка для растений. Этот раствор поможет в борьбе с тлей, муравьями, гусеницами, слизнями, блошками, луковой мухой, трипсами и другими вредителями. На наших овощных культурах, на цветах, на плодово-ягодных культурах, на смородине, малине, крыжовнике и так далее. Итак, для приготовления нам понадобится три ингредиента. Сначала нужно будет приготовить концентрат. Для этого берем 1 стакан табачной пыли, 1 стакан просеянной золы, завариваем 1 литр горячей воды и оставляем настаиваться на сутки. Потом получившийся концентрат процеживаем и разводим в 5 литрах воды. Добавляем зеленое мыло, на это количество берем 3 столовых ложки. Обрабатываем пораженные растения каждые 5-7 дней, пока не исчезнет вредитель. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.